Привет! С вами Елена Саитова, сетевой предприниматель. Я развиваю бизнес через интернет. И если ты также развиваешь свой бизнес через интернет, неважно какой, MLM, маникюр там, или какие-то услуги продвигаешь, то эта информация будет для тебя очень важной. Я принимала участие в марафоне «Анатомия продающего поста» от Светланы Шумиловой. Светлана Шумилова – настоящий эксперт в этой теме. Я подписана на ее страничке во всех социальных сетях, и там она дает столько полезного контента, что называется «бери и делай». Когда я узнала о том, что она набирает участников в свой марафон, то я, не задумываясь, подала заявку и нисколько об этом не пожалела. Что же мы изучали на марафоне анатомии продающих постов? Ну, анатомия продающего поста, сама по себе название марафона, говорит о том, что мы практически разложили каждый продающий пост на части. И таким образом у нас появилась система. Мы узнали основные виды продающего поста. Лично я поняла, как составлять портрет целевой аудитории, как писать вот эти различные виды продающего поста, чтобы они были интересны подписчикам. И я сама была интересна подписчикам своим. И чтобы находить отклик среди своих клиентов для развития бизнеса. То есть Светлана научила нас писать посты по такому правилу: продавать, не продавая. Все это время, 10 дней проходил марафон, Светлана работала с каждым из нас, давала ценные рекомендации по каждому домашнему заданию. Мы их выполняли, где-то дорабатывали каждый свое, ну, как бы домашнее задание. И только тогда выкладывали в сеть, когда каждый пост был уже доработан до нужного состояния. И естественно, что результаты от таких постов незамедлительны были. То есть наши странички оживились. И под постами появлялось обсуждение, то есть подписчики интересовались такими постами. Это очень ценная информация, которая дает Светлана. И если у вас есть проблемы по копирайтингу, по написанию постов своих, да, то, естественно, вам нужно непременно записаться на участие в марафон продающего поста. Тем более сейчас Светлана набирает третий поток. Поэтому бегите, стучитесь к ней в друзья и участвуйте в марафоне «Анатомия продающего поста». Все, пока-пока!